светлым утром вас, дорогие телезрители, с 1 мая. Илин сағақтан үрінкі үміт сырдық сардаңалыра сербетіне ұрын сылытанлар бүгінгі кәрі үміт күні ұрыйду айқалы көрселілер. Бүгін ғымайын маңнайғы күні олыс сырдық үшігей бірағындек. Күнді сақабыт серен лоқты ақтырын күнді көрәшілер бүдін әйгіне бүгінгі бірағындегінен істенлік есіріқтен әғарділән тұрамыт бірағындектағы эфир бұтын сағалы бұт. Оның әйгінігітті бүгін белгі болып бұт ұтачылар Катерина Винокурова. И Аскалон Семенов. А с детства нам запомнилось состояние радости. 1 мая, значит, идем на демонстрацию. Или просто погуляем по нарядным улицам, посмотрим друг на друга, на веселые лица. Таким и запомнился многим из нас этот праздник. Солнце, воздушные шары и, конечно же, улыбки на лицах. Ну а сейчас, в связи со сложившейся ситуацией, мы предлагаем вас встретить этот светлый, добрый праздник у себя дома, в нашей компании. Үгіспет әйдерін күрдігінтін, қаз бейді ғылға, қаз бейді жие кәрген әтеліктіға. Бұ бірағаник олыс күйтілік, бірағаниктіптен бейдістері болады. Олы қардеттен білімдені, үрі тойук, үнкі бейді, көстім тіктен жа, оннағыр масынаны кергетен кәләтшілерді. Онына қораттар бұт, бүйеліктер бет, нехеліктер бет, кейін болысыттырығар Әнікпітін бігігі джебететтен көрсебет. Олда болар маңнаме үйріқті стақпыты бігігетті бұдығар тұқ бар, бар жон бұд, аймақтар бұд, доғыттор бұд, джек әргәммет балылар сарсырданғы олыс сасқы саймарқай күн сатылан тұрар. Оның бір Әніктағы стол бұтын үйріқті тардан кәбігігі онына бүгінгі кәрі күні бігігіні күтті. Сақа көрдері рейтінерер кампанияны күтті бірге тарынген. Әсі түгіл үңірабыт бүгінгі фирге әйеқі анан күйіқ экранның Арас терілттелер, үңірілі ақылжыттар бейлерін, әғірділерін кердіқтірі. Ендігінан күнді көрәтшілер бігігі бастықы әғірді бітігер кейребіт. Саққа үрісбілгетін иделіғ союстарын федерациятын бірсідәтілі Николай Дегтярев әғірдіңіздің стеққа. Үдікті бұллағы саққа бітсірін құлықты оқтыру. Убасты бұллағы Тұз бәм апыттан, өмейін бірайынығынан, үлі бірайынығынан. Онына аңды дұтағы үлілән итілләшілер сомолғыларын көнінен ететінік істеннек әғірділі бін көңілі. Бұ 2 сылын пандемияны сөвәстен беге бүтін Росия тағы акциялар бұт ағыстық бұ демонстрация болба болды. Олар ән беге сен бір бәбет позиция бұтын жон тұғығар әтейбетін Бұлас ұрғаттырығар үліні берәшілерге қайатыр дағыны тердек тұстақ бұд. Ол күрдің бігі бүкіндерге республиканскай үсіріттәк қамығы үліті болуға, маңнан тұн бұйылғы ғылғы бігі бүтін Россията акцияға ұлылы бұд резолюция бұдың жүлігі болды. Онына ол оны өбілі болды. Бейгі бұ резолюция тұғы келдіре бітейден. Бастатан тұран бейгі жомы сәргебет сөптәқ, үлеләқ, қамнаста болаларын тұрысы бұд. Ондан тұн біліңе сығыны үрді тұрар кәмегер қаятырдағаны бұ қамнас кәме индексациялыңығын тұғынан әтебет. Мағытағынан бұ пандемиядан дегі әстен әдбәқ сокращениялар баралылар. Онан жон үлеләқ болағына Бәйлірі бұл жарықта бұла аңдыра әме бір ұлақан сыл сұрық бұғытынан тұрар. Қағысты ғылын бейге тұрса бұд, бұл 16 ғылтан тоқтытылы бұд, үлілі хиджер пенсионердар пенсияларын индексациялағаны төніндері тұғынан. Маңы тұғынан бұл бейге ФНПР генеральный советер бүтәкті әкірішенетер әме кейді, Бұл ұқық құтығы сөлге олырыр жон пенсия бұд сағын төлінілер сәлла құрықтақ. Оның итіндекетен тұрамын күнді сақыпы сірін лоқтауқтырын бұл май бірайынығынан, үлі бірайынығынан өсі түгіл ететек істіндек ағардылейбін бары қытанақ дұрубиялақ болын, үлілі ақ болын, дұқуаттақ болын.
А прошлый год для всех нас был непростым. Пандемия отразилась на всех отраслях, но, безусловно, больше всего она затронула отрасль медицины, в связи с чем было принято решение объявить 2021 год годом здоровья. И у нас в гостях сегодня врач первой категории, врач-анестезиолог-реаниматолог, который в сложный период пандемии трудился в красной зоне. Это Елена Павлова. Елена, добрый день. С праздником вас. Добрый день. Ну, для начала хотелось бы вас узнать, спросить, с чем у вас ассоциируется День труда, день 1 мая? Так, 1 мая – это праздник весны, труда и народа, трудящегося народа со стремлением сделать мир лучше. С демонстрациями, да, с шариками, с радостью ассоциируется. А на демонстрацию каждый год ходили? Да, сами. Обязательно. С радостью? Ходили, да. Ну, ваш труд, он, конечно же, неоценим. Вы работаете реаниматологом, который вот буквально возвращает людей к жизни, да? Вот скажите, почему вот выбрали именно этот путь? Путь я врача выбрала еще в детстве. Этому способствовало некоторые события, которые произошли в моей жизни, когда заболели вот родные мои люди, бабушка, дядя. И мне тогда было очень страшно, непонятно, что же с ними произошло. И тогда я поняла, что непременно я узнаю, как же им помочь. А реаниматолога, врача я выбрала, чтобы возвращать людей к жизни. Да, вам удалось помочь своим близким? Да, всегда. Это очень... Да, это очень отрадно. Но мы знаем, насколько важно, да, составляющим является работа врача-анестезиолога. Но в полной мере все-таки не осознаем, да, специфику вот всей вашей деятельности. Да? Расскажите нам конкретно. Я как врач-анестезиолог-реаниматолог работаю в реанимации, анестезиологии. Да? И ко мне поступают пациенты в критическом состоянии, на грани жизни и смерти. И моя задача является оказать экстренную помощь, провести интенсивную терапию, чтобы улучшить состояние, и оградить человека от боли во время операции. Это основная моя цель. Также мы с коллегами теряем очень много пациентов, и это очень тяжело. Но с другой стороны, я счастлива, мы счастливы, коллеги, что когда видим, что пациент идет на поправку. Выздоравливает, да. Возвращается к жизни. Да, и это очень, все вот это плохое, все забывается. Да. А как пандемия отразилась на вашей работе? Так, пандемия внесла свои коррективы, так как увеличилась нагрузка на медперсонал, и стало морально тяжело и физически, так как пациентов стало много. И они были ограждены от своих родственников, и морально надо было поддержать своих пациентов тоже. Никто не знал, как бороться с коронавирусной инфекцией, и вначале было очень тяжело. Это все утяжеляло нашу работу. Но сейчас наработанием вот опыта все-таки стало легче. Вот так. Сегодня мы уже с каким-никаким, но опытом, да? И да. Елена, ну вы, несмотря на молодой возраст, знаю, что проходили стажировку в городе Москва, да, и также получили благодарность от Госдумы города Москвы. Расскажите об этом чуть подробнее. Так, благодаря нашему руководству, Министерству здравоохранения Республики Саха-Якутия и нашей больнице, была организована вот выездная стажировка в город Москва по ковидным госпиталям. То есть мы съездили НИИ скорой помощи Склифосовского, в коммунарку легендарную, да, 52-ю больницу и временный госпиталь на Крылатском. Встретили нас радушно, дружно. Они с удовольствием, наши коллеги, рассказали, показали, как же они работают. И это колоссальный опыт. Очень интересно было. Спасибо министерству. Я знаю также, что вы стали лучшим врачом-анестезиологом, реаниматологом, да? Что за конкурс? Так, да, прошел интересный конкурс, «Профессия жизнь» республиканский. Он проходит ежегодно с 2016 года, и основной целью является
повышение вот престижа медицинской профессии и поддержка молодых специалистов, которые постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки и которые участвуют в общественной жизни. Очень интересный конкурс. Призываю своих молодых специалистов участвовать. Принимать обязательно. Участие. Да. Елена, я думаю, у вас есть отличная возможность поздравить сегодня своих друзей, коллег, семью. Поздравляю всех жителей Республики Саха-Якутия с таким замечательным праздником. Желаю вам обязательно крепкого здоровья, семейного благополучия и берегите себя. Спасибо. Спасибо вам, Елена. Спасибо за ваш труд, неоценимый труд. Спасибо. Еще больше вам новых побед в вашей деятельности. Пусть бьются сердца. Спасибо. Спасибо, с праздником. Ну а вас и нас всех сегодня поздравляет министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Волкова. Дорогие друзья, позвольте сегодня поздравить сердечно от имени Министерства труда и социального развития Республики и от имени большого коллектива сотрудников социальной защиты Якутии с 1 мая, с праздником весны и труда. Этот весенний праздник объединяет людей труда, всех тех, кто созидает, кто творит, кто развивает экономику и социальную сферу, кто обеспечивает стабильность и жизнедеятельность человека. Всех тех, кто своим добросовестным трудом достигает трудовых успехов. Сегодня мы с особой благодарностью вспоминаем и чтим ветеранов наших отраслей, всех тех людей, кто своим многолетним трудом и профессиональным мастерством, своим талантом славит республику. Их всех объединяет любовь к своему делу, призвание и стремление помочь ближнему, своему селу, своему городу, своей республике. В этом году, 1 мая, мы вновь встречаем в онлайн-режиме. Но я уверена, что наши трудовые коллективы смогут возможными способами продемонстрировать, тем не менее, свою сплоченность и корпоративный дух. Дорогие друзья, 1 мая всегда нами ассоциируется с надеждами на светлые перемены, на уверенность и стабильность завтрашнего дня. Я сердечно вас поздравляю и желаю в эти праздничные дни отличного настроения, получить заряд энергии и позитива. Всем вам доброго здоровья и, конечно, трудовых успехов. Праздником 1 мая к нам в студию пришел поздравить коллектив Государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Это Виктория Михайлова, заслуженная артистка Республики Шпрехшталмейстер и инспектор Манежа. Также Александр Посельский, заслуженный артист Республики Саха-Якутия. И Владислав Михайлов, заслуженный артист, артист цирка, один из первых в Республике профессиональных силовых акробатов-жонглеров. Уважаемые якутяне, коллектив Государственного цирка Республики Саха Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых поздравляет вас с праздником весны, мая и труда. С 1 мая. Это праздник трудящихся. Дорогие друзья, от всей души разрешите поздравить всех и пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов, весеннего настроения, праздничного дня и всего самого доброго и прекрасного. С праздником! С 1 мая! Уваставуллах, Республика Лохтахтора, Эдер Сырка, Артистернатортен, Итистинга Гардеволун, Юле Эе Май Брагниганан. Тогда горахан кем боллар, бихи саха сырковыт, юлялян камсан, бихи сыр республика лохтахторын, куарта лохтахторын, вердеходдер, бихи влявит баратурар, тохтавакка, олихинтон, хехаме, чеген чепдик болон, чоле логу тотухун, экитин сингита хангитин, күхүрдүн жеммит, айди истин, агадевитин тердевит. Убаставыллах кырачилер, баргытын көк майынан, Сас, онна үле бұрағындығынан цирка коллективын бәйем онна декергені матыттан ититігістіңнек әғарделі бін. Бағарабын жолы сорғыну,
Китанак Дорубьяны, он на Бакасаналар Гаттула Турдундар. Я мы им курдук, раз халланнах, кересаналаны. Уйнянихер от Кирхатын курдук, эдерди эрчимнах волын. Торугурдун сакабыт республиката. Торугурдун сака цирката. Торугурдун кёхбай. Оруй! Айхал! Оруй! Айхал! Оруй! Айхал! 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 Ура! С праздником! Да здравствует цирк Республики Саха-Якутия! Якутский гармалзавод является лидером производства молочной и кисломолочной продукции в республике. Завод производит более 40 наименований молочной, кисломолочной и сырной продукции, производимой только из натуральных ингредиентов высокого качества с использованием асептической технологии обработки молока. Продукция якутского гармалзавода неоднократно была отмечена дипломами и медалями республиканских, российских выставок, ярмарок и конкурсов. Почти каждый день мы покупаем любимые продукты из молока. Это сбалансированная и универсальная еда на каждый день, которая содержит важные для организма витамины и минералы. В нашем городе важнейшие продукты питания выпускает Якутский гормолзавод. Молоко, кефир, йогурт, сыр, масло. Десятки видов вкусных и полезных товаров ежедневно поставляются в магазины столицы республики и близлежащих районов. Производство молока и кисломолочной продукции – это кропотливый ежедневный труд сотен сотрудников завода и фермеров из пригородных хозяйств. Праздничный день весны и труда мы отмечаем прежде всего неутомимых тружеников, ветеранов производства. Первомай. Праздник весны и труда. Символ пробуждения природы и новых свершений в работе. Желаем вам неиссякаемой энергии и сплоченности для достижения поставленных целей. Пусть для каждого из вас любимое дело будет всегда источником вдохновения и благополучия. Уле эйе брахниктан булухтун күндү сахабыт сирин олохтоктора. Биһиги брахниктагы фирбутун иннендеке аяннатан ихебит. Ол курдук биһиги бүгүнгү программа бутыгар сахабыт жону күйөк май брахниктан букабары бирдедилактарын үйрөкөтө эгер далилдер ултугунан салгы материал көрүккө. Утуларга особенно. Мусяналарга эрдемтеде. Мусяналарга казачыларга депутатскайга. Вот, барыгытын келенер сахынан он на 1 майна. Күйек майынан барыгытыгар жолуык, күйек каллан, енер бітігер, оғылар бұтығар, бары бұтығар, дору бұйыны, онына батты, үшіге етенге болуын, ғыжы баққа етенге бары. Бұл әм етенге тұру оқайын деймін. Ән бағын алақпын, бағы бол. Улахан ағарда барыгытыр, кытатын, бары дору бой болуын, главны дору бұятын көрінін. Онтан шедук тегаларнан браникта. Май браниктан бары бирге улап путуледнектер бин, биргүлеле биткелегалар бин, оголор бун, сендер бин барларын. Онна бу ун бакалары гинеби ягаделивин, наа шугай
передачаларын ыңырот, анын нага серген көрөбүн. Мактанда бы нага чыгайха бары чыгайи төнү барабын. Чегенче бик сылжын. Поленье по реке, поплывем на корабле. Мы с тобой когда-нибудь, и нас ждет далекий путь. Мимо города Жиганск, там причалить надо бы. За хребтами Верхоянск, а вон Ленские столбы. Ждет Сибирь нас ледовик, Якутия славная. Ты богата реками, только Лена главная. Там тебе понравится, и пусть знает вся страна, что моя красавица тоже Лена, как она. Ниже Ветвельти остров Стол, 107 метров в высоту. Не пройти его вам сто, там шаманской дочки дух. Хоть монетку положи, чтобы в Тикси завернуть. Дух хозяйки ублажи, а потом в обратный путь. Ждет Сибирь нас ледовик, Якутия славная. Ты богата реками, только Лена главная. Там тебе понравится, и пусть знает вся страна, что моя красавица тоже Лена, как она. Лорп Эрджонун ансамблын талырутугар олус ичигей дойдубут, кең нелемен өлүйіне бөбіттуғынан ұрыны істені астывыт. Күндік өрешілерінтін бігігі Марин Эпепи күрдік ұстуджи ұтыгар ұлжыттар бар болалылар. Ол күрдік вирекеті көрсеққа. Әлбәқ оғолоқ, иләқ, айләқ, павловтар жие кәргеттері бігігі ұлжытты кәлілер. Ұлжыттар бұдың вирекеті көрсебет. Ол күрдік вирекеті көрсеққа ғыл ағабағылыға Александр Павлов. Оны кене оғылыра Светар Чыланы Левчина. Оны Даниил Иванов. Өте күннен болықтың күнде ғылжыттар. Насырыне қаддағай? Үшігей. Әйгені бүгінгі бірақын егінен әғардәлейін бет. Оны ғыл ағабалығыр әйіқан тұл берек қаде. Әйгі жекіргенгі бұл май бірақын еге тоқ сол талағай. Қайдақ ұлат жігіті?
Это везде хергенга, моим брания, круг оларен, курдугантон, саскалите, мушпарара, айвахуктута, кетеркалите, саскубул, тонна кюхуктени, антон юрий коти, он на аска настроение, айма чувахан, чувахата ди. Ага. А то кадык, казби дигал, галга, джекергенга, кюх май брания, Тугар керене сырдыгы берер брахник болар буллага же. Антон, бу джекергенің туғынан бағылса сырды тарақа соғылы оқытуй? Антон, джекер, икі тэгін жөйш сылықтан оқыларылан итер ағылабып біт. Дүйінгі тұрғынан Антон Юлбекке оқылы оқыт. Анна ол ағырдылы бүгін 12 ой итен жөйт. Там бар, офсай бар, там Юльбекке олақ бұд. Он хамай олған бұд. Алексейден, там оты түш састан, это ол Туспавил, Колақ, там Караяна дейін келер. Та онды ұлылар еннер әббақтар. Олыз, шығай кәдік, үгіз сақа ғылығар, қолыбур болар, ғыл бейеқа ғыл жетті ғылырыр, онтан күнді көрәтшілер әкенілер бұ павлықтыр жекергеттері оғыларын қырар дақтыреттен үләға үреққа ейтәлілер. Оның бұ тұхынан келер сюжетка павлықтыр жекергеттерін тұхынан көріққа. Үті өкінінін сақабы тірген қар бәға түшті. Мен білігін қары қайдақ күджәрбен кәпсием онына көрдерем. Беге жебе таға тротуар клетканнан бүрілі ұстар. Онына қары үш отқанын қарбырдағыр торы күрджағанын ұрастығыр ордып. Бастатан туран, ұлубат қар түспітін кәніне мен ағам масынанын тәбістерім чекдегінар. Масынаға тұсоқ болылағанын жеғететтен тақсан, мәліктен футбол ойнан. Мен ағам ұбайдарбын күтті маннық торы күрджақтары заказқа оңыраулар. Атылламыт қатшынан бігеқа спортивный форма, онына инвентар атылаға бұд. Ты күдік, олыс үшігейдік итеревікке тоғылыр күтін, онына үліға, үреққа етілден оғылыр, әлбіға атыр болақ күтті. Оғыларғы тұлы берек қантын, әйге джекерген кетігер дөуілілі кетті, бұ туы-туы оңыра отшы күті өсі, бұ сюжетке көрбіп біттін Күрджақ ұңыра бұтты еті кетті, қайта ұңыра өтші құты, қантан бір бүкке дейім аңдық ұңғылар кеселенгілерін. Антон, мен ағылағымынан болу, тұрыт ұңыра өтті бет, атан жебет тағын кегінік үшінді күрджен бетімді олар ойнатындан ден күрджен бетен білі бет. Анна өле, тұн, ұрыт күрәл дәқпеттен тұн көрімен бағайна ұңылар. Онда күрәлдәқ біттен біле ағам жандарым әмемей бейгіне үліға күрәлдәқ біттен үйіріп біттірі. Түнбін мінеме бұл ғылың бар. Жие ес тас үлетін, күйіс ол дәшпәк кәкем қайдақ туы қатырынан. Таққан көмелі өлір, үләлі өлір. Антон, күнді көрәшілер санаты әтіпет бұл беге ғылжыттар бұд, павлықтар жекергеттер. Икі түгінші үс сыллақтан бұл сақабыт серігер оғыны етінен жарқтамыд бір бастықы, оны бастығы ғылдардан бейдестері болаларын тұн. Оғылар әйге қағыз класқа беріне ағады? 15 класқа националдың ғазайы қатар беріне. Әй, дия. Үйрі қытығар барды жүгей әтенге беріне жағады. Сәп, онты бұл майын бір айынығын олық ұрукаттан күйдер болақ қытты. Сәп. Антон, ғыл аға бағылығар үсі бетті ұйытым әті бұл Александрдан. Жоллағы жек әрген кестеліңе түгіен саған? Антон, жоллағы жек әрген бәй-бәйіні басты үй, үйді үй. Оны болғылыр ұлағдан үрақтағы ләйі жон болан. Антон, ұпшыстыға антон тұғылағы жон болан, спешіні жон болан. Үлілің қымсан, бәлір ауы, үл, үл олыр ағыта еті болын ұладын. Үнті бейіні келіне мен үлдің жақтыр болды. Ол дейін жол, дейінім. Сәп, ол үшігей. Үнтін бұл батша сақы күрдері ретінерер кампанияға келер олыр бұғытынан, үйрі көте әғірдіға керекқа сақа жұнды бағалысты. Үнтін бұл көрі тұлықты ақтырын, онына бейі сақ
Бухмай, Умитинен, Дихидекер, Генатитан, Итидигистин, Никахан, Деливит, Дамбарлергер, Ундиллоу, Дровиене, Лехам Сан, Юрикатартан, Надим Маравин, Ундиллоу, Агам Тауан Сан Тулер, Кинене Механ, Деливит. Идизинге гарда улуктун күндү кречтер бихека Павловтар же кергеттере ылжыттан астылар ул курдук Александр Павлов, Света Арчеланы Левчиня, уна Даниил Иванов улуха мактал булуктун эсетигил брахан дигинен. Күндү кречтер антан бихеге салгы барани хабит бирибит устата улучугай сюжеттер бар булуктура. Бир олнук сюжеттерден бирдестергер кирекке анабыр улуухун тебер сүрегер сааскылакка ыамыйын маңнайгы күнүгер зоотехник иделек табахыт билигин үйрөкөтө теребик күнүн белиеттир Май Семенович Винокуров тугунан сюжеты кирекке дегенче доңсуз бери сылакка мындай тундурага теребитим эсе мен Ием мамата ята түйет яқтары төрі тұр. Біраз көрдік түйет ета, бауышқа ден атташты. Мәнне әлбәк яқтары төрі болуқта, мәнне мен ол 6-13 жылынан атты бір тұйға төрі әбіді. Ровына перве майға. Өлген отты май ден атта бұттыра. Оған қоса ата оқын, ордық біттен аттақ мұн өйде бөппін, таптан да атта бұдық болуқта. Тулаганым одар гава деди мен оттаманды тоомай ген аттабыттар болой ген хойлатым барам неме туактачыбын атын оқшы оны бурахандык бурахандык хонору ахташылар бурахандык көтөрө бүктүн одарахан айдан инде белячылар тоо ханга бул тур бар май гат халам мүпүн өйдүүн баста көтөрдөр мүнөлөр тәбеппин корпаскы не кымай бүтүй да хасылар мүпүн өйдүүн Во аксыз кылаа бүтөрөм баран табалы таксарга баарым бүтүм. Онно тол. Ха уяма хам туркара табалы тегер үлөлөт. Ибир баала бу хатта табалы үлөлөт бүтүм. Антан дөрөвүнүн карак бүнөм өлтөм табаттан урайан. Специалист тибетнен ибастан атта та ана Европа коска за техниканы жагып бүттөр. Онно 15 үлөлөт. Bu bir kadar bırakın kıtta. Tiyan hacabıt manna min zati yaknik tehicabın. Bıratım tabahat. Bir yon bu barda tabahat der. Öleyim bu bıratım evi yedin türkü tabahat ile bize bilgin et oğluktan bar buta. Onunla bu tabahat gittir hacabıt bu karalizasyaya. Stade bir ağa yeres bir donu yuvan iki tüye gittir olur. Tabahat karalizasyaya bileyim etkiler bu hınyalan bileyim ağa. Diye giden tüs büpüt. Оно түлем бүйгер, бұл турына керек, бұл дұна керектен дейділе ағады. Оны бұл көрс, маннағы жон сиерінден бұл бұлттан, көрсаны, қапқан итан көрсалыр дейділе ақпын, маңнялан білемі бәр, оны бұл бұл қапқанға оғыстар бұл көрсан, тұсан олар ауын, түнін ақты. Ұлты оны осасын, пөрі майға туалам. Группа РИК состоит из 11 предприятий дорожной, строительной, финансовой и промышленной отрасли. Каждый трудовой день более 700 сотрудников группы компаний РИК строят, чинят, ремонтируют, добывают, перевозят, генерируют идеи и создают новые возможности. Благодаря их труду группа постоянно развивается и расширяется. А все компании и проекты направлены на развитие социально-экономического уровня нашего региона. Сегодня нас поздравляют директор УК «Центр» Айталина Трофимова, генеральный директор РИК «Автодор» Ариан Сидоров, директор «Ян Золото» Иван Захаров, генеральный директор «Центра энергоресурсосбережения и новых технологий Республики» Святослав Попов, директор РДР «Групп» Татьяна Антипкина, директор ЛПК «Алмаз» Петр Макаров и генеральный директор Республиканской инвестиционной компании Петр Алексеев. От имени управляющей компании «Центр» и акционерного общества ЦКР поздравляю всех предпринимателей республики и в частности наших арендаторов ТРК «Туймада» и производственно-коммерческого центра на улице 50 лет Советской Армии с праздником весны и труда. Первомай для нас был и является приметой яркой весны, времени обновления, развития и реализации амбициозных планов. Желаю всем абсолютного успеха во всех делах.
уважаемые работники транспорта, дорожной отрасли, от имени акционерного общества РИК «Автодор» поздравляю вас с 1 мая. Сегодня, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», тысячи километров в России строятся, ремонтируются. И наши якутские дорожники тоже вносят свою лепту. И благодаря этой программе и в республике внедряются порядка 200 километров дорог по всей республике. Я поздравляю всех дорожников, всех своих коллег с наступающим праздником 1 мая. Мир, труд, най. Уважаемые жители прекрасной республики, поздравляем от имени Яна Золота Янолова прекрасным праздником 1 мая, весны и труда. Особенно хочу поздравить тех, которые 1 мая встречают на производственных участках. Им необходимо преодолеть очень большой объем работ за короткое наше лето. И пожелаем им крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в труде. Күнді сағасырын олақты ақтыра, онына рик компания өрәйттірі. Егіне барғытын аспыт Саха Республиканың күнінден, онына үйрі көтер ғыстақ, әйе, үлі, май бұрағынығынан. Фашистской Германияны күйі өргөйдіқ күнінден ити істін әғарды. Дорогие коллеги-строители, удивительно работящие, необыкновенно отзывчивые, всегда трудолюбивые и щедрые, от всей души поздравляю вас с праздником труда, с 1 мая. Пусть наш труд делает жизнь жителей республики удобнее, теплее, счастливее. С праздником вас, дорогие коллеги! Дорогие жители нашей прекрасной республики, поздравляем вас с 1 мая, праздником весны и труда. 1 мая действительно для всех поколений символизирует единение, солидарность, уважение к труду. В нашей группе компаний работает почти 1000 человек, которые ежедневно строят автомобильные дороги, строят жилье и социальные объекты, добывают полезные ископаемые, управляют финансами и недвижимостью. Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и новых побед. Ура! С 1 мая! Ура! Ура! Олучгай, элджитар бутыгар, махтана быт, беге салгы сюжетті көрі. Хататыл ұғын бир бастың үлені үреті пөттерілтетінен суылы көрі рестер үрімен нүр терілті болыр. Түсіз 16 үлхеттәк Улахан коллективы Саха Республикатин Россия бұжоттақ суылы тутачыта Иван Иванович Бачуынен тұхынчы 1904 сылтан салайыр. Туру үлхет жоны күтті тататағы бир иделяқтыр бет көрісілер. Ол тұхынан салгы көрі. Қарыларын неппарынан көлігіндерін туыры соттан күсті әғуләне өрі тұтар қайады бәйлі ғырғаны көйір қотыр батырдар, үлі үйгенегер түбік үйігер сылжалар. Тататағы суылы көрі рестер өрімен нүртерілті әр қоғуттары өрі ғутур темір көлілерін мұхалан, аян суылы тұрғылы субылларын туғығар қары ардағы ақсы баққа үлілілер. Білен бе түту жастығыр сүрінден үлілен жығыт, бұқар балақ қолығыр. 5 километр, 500 метр, он рухтах пыт был. Оно тогда был бы устата холугар, 11 километр, 200 солдат пыт. Он на легкий стюр гютурар. Бе тельте бетегер, сюстика техника бар, тос автогрейдер, тос экскаватор, тет погрузчик, он на самосваллар. Он тогда был бы на улахан асфальтовый завод был бы пыт. Вот, он как бы был бы без игар коллектах, ну тон хайнусата монтажных тахпит, он на их гетен улетал с тогда уже миллиях тахпит. А что тон батчага дирета, та дорожная дара туру улетит жон на биллеллер. Эскотин гамин он из кунигар дире Россия барда, а тогда дорожная дара хендер, а тогда полна гана, будь он куни жилу барда ха уле югер болалар. Жаре улетит тогда листья кайгра, кай дага иклах то эвитер букинер улелерин суолтатаду. Тут тухтин тяпне иклах паулла. Күн жыл бұд жағыға болан, қайдақыны үлелі бол, үлелі бұд қалар бұлла. Бейі оны ұлғаны ұғысты бапыт, тойыға бұйыл объемы дәлбәқ, бұйыл қабыла ғолығар, 5 километр 500 метр тұтырық тақпыт, бұқат тұға болар. Оны ұл объемы дәлбәғанен бейеттен
до 10 мая до Ульливит. Өңірік күйасқа тұмары тұмныға сарсырда ағыс частын кейхе ағысқа тоғысқа дері әт кейі әстер сұғы кейі сылайыр доқсын үләға ғылдар жонғы төрді сылын Юрий Қадаров тотоғы аға күйіс келілерер сәне әбір. Төрденші дулаға бұқатығыры ағатар тұғыттан кені түйір частын отын күйі жүтен түбігірен үләхі жонағылыға кемегер күйі жа ағар. Мен жоным күйісті әләхі жоным оны ол кімдегі туыры қала қаяғынан еген қаяғын тұтар бақылы. Етас, етас сам. Оны ета ағыл қоты бұғыр. Бұрайындықта болды, үліде күні болды. Оны тұн балық па болады, балығы, сәдіне қаразына бұрайды. Салат еңінің ұрағаты үгін қайы бұлды. Салат еңін аға жәді бұрайындық ағыл болды. Қылғыр ағылын ағыл ст Дөм мақтанар. Онтан тұқтанар тұқ. Өне түй ерелді қырғылы күттік. Ең айтшы. Қырғы қол ұры кемпе күй ерерін күттік. Онтан ол бұлда. Сүйістен тақсы өлігеттек бұ ұлақан перелікті күйе түмсүйге. Арай ұры өрі тұрбатаға болдар бұ жомуд қалғағалы қаман үлі май парадын бір бастын көстүйті болуық әтілер. Ол әрін қандықта түгенге май күйін бір үтігігін латерея ғытытын өрі да тұтасыл жалылар. Стиральный машина тала, не стенер машина. Кем-то у нас все дизель болон строида материала, болон хоп, это пар бейлгага, катчанан бриз самое лохантуга. А я не то махтала Джон утюетала улетерек на тир, санга сорокторы кайерга тирех болар. А то бабитигерем я испытывал еще была улюбитен сына лилдра. А то тохтавака кыгнарга иннара рулеху гулядир тапитте. А я нула бар тухара. Солу тәләтчілері бұқұрдық май өрібілдері ғарылы мұт сұруқтарын бүтерер оғырыр тұғыттан күргі мүләға тұрунан, аяңет алғыста қартыға арылларын тұғығар үләнен бүкіні ұрыйдуылар. Үлі, әйе, май бір әнігінен. Тат-таттан! Әрді! Акционерная компания «Железные дороги Якутии» является одним из стратегически важных предприятий транспортного комплекса нашей республики. Компания ежегодно наращивает перевозки народно-хозяйственных грузов, объемы которых приближаются к отметке 7 миллионов тонн. Активно развивает пассажирское движение, открывая новые маршруты и улучшая качество обслуживания пассажиров. Все больше якутян пользуются услугами железнодорожного транспорта. Сегодня со станции Нижний Бестях можно доехать практически до любого уголка нашей необъятной страны. Коллектив компании – это около 1300 железнодорожников, преданных своей профессии. Им по плечу решение сложнейших задач в экстремальных условиях севера, и они делом доказали, что железные дороги Якутии являются ведущим перевозчиком нашей республики. Железные дороги Якутии приглашают вас в путешествие. Удобное расписание, точный график движения, билеты на все направления в кассах на вокзалах и в Якутске на проспекте Ленина 24. С нами комфортно и безопасно. 1 мая всегда был и остается, как бы ни менялось его название, праздником весны и труда. Сегодня не будет многотысячных шествий, красочных колонн, но несмотря на ограничительные меры, мы встречаем и празднуем его вот в таком онлайн-формате. Разрешите от имени руководства и коллектива акционерной компании «Железные дороги Якутии» поздравить ветеранов отрасли и жителей республики с Днем всех трудящихся. Сегодня мы восславляем людей труда, тех, кто понимает, что только усердным трудом можно достичь благополучия всех и каждого. Железнодорожники всегда умели работать. И об этом свидетельствует стабильная работа железнодорожного транспорта, которая обеспечивает гарантированно потребности республики в пассажирских и грузовых перевозках. Трудовые свершения нашего предприятия являются достойным вкладом в развитие экономики нашей республики и улучшают благосостояние его населения. За этим стоят добросовестная работа профессионалов своего дела, благодаря которым круглосуточно и круглогодично движутся поезда с пассажирами и жизнеобеспечивающими грузами. Обеспечивается безопасность движения поездов.
мы не стоим на месте и на достигнутом, и продолжаем работу по усовершенствованию инфраструктуры транспорта. Повышаем качество предоставления услуг для населения. В июне этого года мы продолжим маршрут нашего пассажирского поезда из Нижнего Бестяха до Тынды и откроем новое направление до Владивостока, что позволит за 2,5 суток доставить наших пассажиров в столицу Дальневосточного федерального округа. Мы гордимся нашими передовиками, ветеранами, молодежью, которая придет им на смену и достойно продолжит их дело. И труд станет смыслом их жизни, что является залогом успеха для достижения благополучия нашей республики. Я желаю вам, чтобы ваша работа приносила вам радость, а ее результат стал удовлетворением и от каждой прожитого дня. Пусть ваш труд приносит вам достойную жизнь. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, согласия и мира. Мир, труд, май! Ура! Кюхмайнан бүтін хақайрын олықтақтырын барларына ғаддалей бет. Чолан үйәжаң олықтақтырын ұнтың кәләді жабыд. Онна бүчі бапы қода тұрбұтынан, теплицағын олырдын, чебаты хыннаның. Вот, спасибо. Кремьер май бірағниктерінен дейсенеге ағарды бет. Бары тұн чүлдік атарларын бірағниктерігін. Күнді бір олықтақтырым. Әйгетін кәдәнен хатсқы бірайынығынан әғалдәлейбен. Бағарабын дарубияны жылы сет үлігітер, ерігітер сеттейілері. Сақабыт сірін алықтауқтарын кәлін ер май бірайынықтарынан әғалдәлейбен. Бары чәген болың, онына үрібілергеден жұғас жаңғытың күтті шөбайдық бұланын аңғыт атарын. Барғыдың май бірағынан нетейістің ағарды, барты шөй болынды. Барлары, конечно, білінге ситуацияға дұрубен әре бағарым. Оны кем дачалақ, отын дачатыған барырыр. Білін, отын ұры сезон, дачный сезон болады. Оны барын сыняна дауылычық, халғын севей, халғын сен, дұрубен әре болынды. Государственное автономное учреждение Республики Саха-Якутия, Якутская городская больница номер 3, является одним из самых крупных медицинских учреждений первичного звена в городе Якутске. В многопрофильном, оснащенном современным медицинским оборудованием лечебном учреждении работает дружный и высокопрофессиональный коллектив. Внедряются новые технологии, современные методы диагностики и лечения. Делается все для комфорта пребывания пациентов через реализацию стандартов. Сегодня в нашей студии с праздником 1 мая поздравляет заведующая педиатрическим отделением Якутской городской больницы номер 3 Ольга Миллер, председатель организации «Первичная профсоюзная организация» Мария Луковцева, главная медицинская сестра Якутской городской больницы Ольга Ильинова, участковый врач-терапевт Игорь Степанов, врач-рентгенолог Гатилов Радислав и врач ультразвуковой диагностики Юлия Семенова. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые жители нашей родной республики, сегодня в этот день солидарности и дружбы мы хотим вам пожелать яркого неба, творческих начинаний, успехов во всем. В 2021 году наша Якутская городская больница номер 3 отмечает свой 60-летний юбилей. 60 лет – это большой путь. Это путь каждодневного труда, высокого профессионализма. Путь становления от маленькой поликлиники номер 3 в Сайсарах до большой многопрофильной Якутской городской больницы номер 3. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто стоял у истоков организации нашей поликлиники. Коллектив во главе с главным врачом Александровой Людмилой Петровной. Дальше продолжатели, коллектив во главе следующего главного врача Саморцевой Клавдии Николаевны. Благодаря профессионализму технической базы последние два неспокойных года наши врачи
оказывают очень на высоком уровне помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Коллектив Якутской городской больницы номер 3 от всего сердца поздравляет всех с этим праздником, с 1 мая. Мы желаем вам достигать поставленных задач, ставить высокие цели и совместно в коллективном труде получать большое удовольствие. С праздником, с 1 мая! Ура! Кинди, Илджитар Бутыгар, Ирин Калаттах, Анилдар Бутыгар, Медицина, Улехиттерегер, Ахиякулухам, Мақтал, Болуқтун, Ситихилях, Тахарилах, Улене, Бағарабы, Тонтан Кинди Курештер, Беге Салгы, Уранихебит, Бүлі Улуғуны, Чочу, Нехилега, Бұйыл Төріттемите, 200 биохон юбилейдәк сылын белетир. Джоғын датаны керсе, бұланнамы түлі салғанар. Бүгін үлі әйе брағындеген ұлықтықтыр күргім субуытын нүгінен көрселілер. Ол күрдік үліхет нұруты сомоғылыр, саңа сағы айқалыр, күйек май, үйрюләк күнін білілер, ұрыйду күрістілер. Бұйыл Чочу нәхелеге түріттен мітек 200 биоан сыла нәхелек бітігер дойдуға берінелек болу сылынан білдер біппет. Сыл ұстатар аз тәрәхінлері үйтек тақпыт. Ол күрдік бүгін күйек майынан ұлақан нәхелек бі субуытын нүгін тәрейдебет. Мас бәлім нейхи жауыт. Аға хаста жоң мұтығыр көмен орырға, ұйықты сет бітін саңардарға. Чочу жоның сәргетін атыттан республика біт ұлықтақтырын барғытын, май брахниктарынан итийтик истенник агаддалибит чеген болуң чепдик болуң республика бит үйүнө хайда турдун. Майынан, онына келін әр көйі күннен итейтік істіндік әғардәлейбін ұлық құтығар жылы сорғыны тұйгін дұрубияны ұхын жылылағы ұлығы бағарауын. Күкіне үйінен сандал саас бұт сардаңалақ брағынығы үліхет нұруатсы мұғылу ғудын білеті болан әйе жол түхілгетін төріттесті, күннәқ күне чағалыя тұтты, сананы күнаттыр сахарғата сағаққа күсті. Солбан сулыс болан, мин айар солбан сирген до. Анда, тартын саға күнде.
доргун. Тапталынан сыжаяр, аптах сүйді күсте қыны. Ярахантан толу бат, модым дикте санағын. Тула жоңмары үтін бәлақ терген ұлума. Тиегім әдір сааскі хилақтен рыны істені астывыт Саха Республикатин культуратын тойгына Сахабыт эстрадатын чағыл қайрығыта Умсура тұлыру тұгар. Умсурыға мақтына бұт, бігігі бірағаниктағы бірграмы бұт инендекке аяндыр. Үлі жонын бірағанигін көрсе, ұмайын 11 күніттен саңа күн беріге тұя жоны. Фермердер оны тәрәхінне қағайсы балар үлілерін сырдатар, кепсир тұя сірі рубрика басығы тағарыда бүгін бігігі бірағаниктағы бері бітігер сүрәқтенне. Ол күрдік Екатерина Захарова бүгін жатайға олырыр. Каза итер кеті қағайсы балақ Степан Ильинға үлдіттады. Кәлер материалға көріққа. Үтер сасырданан күнді көрәтчілер. Үлі әйе май бірағынлігін көрсе, тұғасыры рубрика бұд үлетін сағалығыра сүрдәк долғытулақ онына әппетнестәк. Сахабыт сірігер оттур қодуға онына мәттерен сіреті ібәтеттен, үгіз жон қанлық жек ғылын етен доқуа тақсабыт онына бәе бірудуқсиятынан қатчыллабыттен толпуйдур болла. Деманыға бігеге бастықы ғылжып бұд, бүгін әппеті береді саны бұд. Қорытылықтауға Степан Ильин төт сыланыра өттігер джек әргенін ол бұқ химиеті соқ раз продукциянан қатчияры түргенік сетер саланын жарқтанадға санамыда. Ан бастан құролігі құрысыны еппет боллағына білген қазаны қону құрпасқытын үндіугі етер. Бұл аншеседен қазабын атылығымын бұйыл төрді сыла ғылайы оғылыныр. Оны сылайы әмтәу ютуберен меген үйердер. Степанға үлі шаға сасырды 6 шастан сағыланыр. Қығыларын көтердерін ағатан баран үлетігер барар. Әбекке жоны көрелілер. Онтан кейхе ағыс часқа Степан бейді тақсан 2 час ұстата сылдыр. Хөбілүйір болақына, дия қарамайын хөбілүйір болақына мен ғана бар олық ұстыға соқ. Онтан главны мен ғана бар таптал, онын үшуеді көрі. Тұғығыны сыларға сақа серігер Заанинскай ден үйт баруды қаза ағылылды бұд. Білеген кенлер ұжордара тарғаны сылжалылар. Қазаны бір сағығыр саптаралылар, ол кәнне 5 ұйынан төрір. Қаза түрәбідің кәнне 2 ұй ұғытығыр әмтіреған, ол кәнне 4-5 ұй түйігін. Бастан күнге 3 кейлені, онтан балтыра 2 кейлі үйті берер. Агротехника в университете Кулелибин, он коллегаларым, меха сюбямым берехтелем минеренебин. Онан тыжана каза иттен эби дохот ахсықтарын, дарубияларын, тупсарықтарын сеп. Тоғы оны сылларға жекускай коракка, жиндеринскайдар жекерген каза иттен сағалабыттарам.
билигин киллер үтүө кылбурдарын батыгачы үгүз. Ылан көрдөккө уонтан итегахе суух ие казаны уонна биир атыыры иттекка кихи докууты ылыын сөп. Онтон докуут ылыын багарар кихи биллен туран илиитин арарбакка санаатын ууран туран илелиен наада. Делега даганы саха народный поэта Петр Топроков этиедур кихи үлеттенере жолланыр. Онан сахабыт сиригер үлеттен жолланыр, үлеттен толубат куттамат жолланыр үксүү турдуннар. Эти курдук күн ахсын өрбілі суық үлелі қамсы сылжар туру үлехет жомбуттуғынан қас оқтурунюк ахсын саңа күні бериге Екатерина Захарова сырдатыға көтіппекке көрін болын. Салгы коллегаутыгар Екатеринаға беребет. Движение студенческих отрядов России на протяжении почти 60 лет является самым массовым движением и не теряет своей актуальности как среди молодежи, так и для страны в целом. Всего через школу студенческих отрядов прошло более 18 миллионов человек в нашей стране. Сегодня в нашей студии руководитель, командир регионального штаба Якутского регионального отделения молодежной общественной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Айсен Соловьев. Айсен, здравствуйте. Добрый день. С праздником. С праздником вас тоже. Ну, что для тебя, вот для вас, для студенческих отрядов является... Данный праздник. Чем он является, да? Это вообще ваша прямая обязанность, можно так да, сказать, конечно, ваша деятельность, труд. Праздник 1 мая, это для движения студенческих отрядов, это как второй Новый год, как СССР, как ну, нечто такое основополагающее для нашей организации, для нашего движения, потому что ну, 1 мая – это праздник весны и труда, мира мая. Мы каждый год, когда еще пандемии не было, выходили все радостные, на плече гитара, натянуть на себя вот, бойцовочку, выходим, получается, на улице и празднуем. Отмечаем этот праздник, и вот этот момент, он являлся для нас таким отправной точкой к усиленной подготовке к нашему летнему трудовому семестру, который вот-вот уже в ближайшее время начнется. Ну, в этом году, к сожалению, выйти на демонстрацию нам не получится. Да, как собираетесь несмотря отмечать? Несмотря на все да, вот эти вот ограничения, мы... Не теряем свою энергию, не теряем свой задор. Мы, конечно, всю вот эту вот, подготовку к данному празднику направляем в другие русла и ну, отмечаем уже в дистанционном формате. И ну, молодежь, она такая, может быстро подстроиться под ситуацию и направить свою энергию в нужное да, русло. Действительно. Но я знаю, что вы только приехали с окружного слета студенческих отрядов Дальневосточного федерального округа. Да? А как все прошло, какие итоги вы там подвели? На уровне Дальнего Востока, вот как раз когда прошел первый окружной слет студенческих отрядов, ранее его не было, у нас это первый такой опыт. Ну, ребята сперва приняли участие в окружной школе подготовки руководителей штабов студенческих отрядов, образовательных организаций, по итогам которого вместе с остальной делегацией они вот начали мероприятие окружной школы, окружного слета. На окружном слете были творческие конкурсы, конкурсы профессионального мастерства по строительному, педагогическому отрядам проводников по этим направлениям. Также были спортивные и некоторые такие интеллектуального характера, встречи с известными людьми. Данный слет, он был достаточно такой, очень хорошо сплотил регионы, деятельность студенческих отрядов на уровне округа, потому что ну, движение студенческих отрядов не только находится в Якутии, но и работает в 74 регионах Российской Федерации. Также есть представительство в других регионах, тем самым, ну, приехав в любой регион нашей страны, боец студенческого отряда может найти своих друзей. Но я знаю, что у вас есть хорошая новость, радостная такая, да? Отряды проводников начнут работать этим летом уже, да? Да. Какие планы вот по этому? У нас ну, ежегодно стоит план по повышению командного состава студенческих отрядов, то есть их качественного состава, по подготовке новых направлений и развитию новых направлений. И в этом году одним из таких направлений является отряд проводников. Данное направление мы хотели открыть еще с 2018 года, но по воле случая мы его можем открыть только в этом году.
совместно с транспортным техникумом Нижнего Бестяха мы вот сейчас прорабатываем вопрос их подготовки, и в течение месяца по итогам их подготовки мы должны их направить на предприятие железной дороги Якутии. Также одним из направлений у нас является подготовка лесопожарных студенческих отрядов, которые в этом году приступят к ликвидации последствий и борьбе с распространением пожаров на территории Республики Саха-Якутия, что достаточно актуально каждый год. Сейчас мы еще так, начинаем плавную подготовку к ликвидации последствий, весеннего половодья. Тоже на данный момент это является актуальным. И усиленно у нас подготовка идет по строительному направлению. Ждем отмашки по педагогическим отрядам, чтобы они приступили в качестве вожатых работу в своих лагерях. Также сельскохозяйственные отряды у нас очень хорошо, плотно подготовились в этом году, в том числе и по путинному направлению на рыбообработке. Также сервисные отряды готовы в этом году приступить к работам по сервисному обслуживанию. Ну и наши специализированные отряды – это медицинские, археологи, экологические отряды и так далее. А все направления востребованы сегодня? Да. На сегодняшний день как раз-таки эти направления наиболее интересны для студента, для молодого человека. Ну, лето вот уже совсем скоро, уже почти наступило. Какие у вас планы на летний трудовой семестр? Планов у нас очень много. Летний трудовой семестр 2021 года будет достаточно плодотворным, потому что пандемия в прошлом году скорректировала немножко нашу подготовку к летнему трудовому семестру. И по опыту прошлого года мы прям уже уверенно можем войти в 2021 год, в летний трудовой семестр. И по направлениям у нас усиленная подготовка уже идет. В этом году мы очень хорошо сработались с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия, подписав более 30 соглашений с образовательными организациями среднего профобразования. При поддержке Министерства по делам молодежи сейчас идет конкурс среди муниципальных образований на организацию работы студенческих отрядов совместно с Министерством строительства, промышленности, сельского хозяйства, вот, исполнительные органы госвласти. У нас сейчас идет очень плодотворная проработка с компаниями, которыми выступят работодателями для наших студенческих отрядов. Айсен, ну у вас есть возможность поздравить своих собратьев, всех желающих. Дорогие жители Республики Саха-Якутия, дорогие друзья, хочу в этот день, замечательный день праздника весны и труда, поздравить от имени многотысячного движения российских студенческих отрядов с 1 мая. Дорогие друзья, студенческие отряды, как представители трудовой молодежи, ежегодно показывают ударный труд, который славится как труд крут. Так давайте же отметим сегодняшний праздник, хоть и в немножко неудобном состоянии, но все-таки с тем же настроем, который у нас ежегодно был до пандемии. Дорогие друзья, мир, труд, крут, май! Спасибо, Айсен. Действительно, да, труд крут. Желаем успехов вам. Да здравствует студенческий отряд, да здравствует 1 мая. Спасибо. Дни, посвященные труду и трудящимся, существуют в 142 странах. В России этот праздник весны и труда, который отмечается 1 мая. Массовым 1 мая в России стал в 20 веке. Так, в 1901 году первомайские выступления рабочих прошли в Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и других городах. Они сопровождались политическими лозунгами и столкновениями с войсками. На первомайские стачки и демонстрации 1912-14 годов выходило более 400 тысяч рабочих. В 1917 году после февральской революции 1 мая впервые отпраздновали открыто. После октябрьской революции 1917 года 1 мая в России становится официальным праздником. Он получил название «День интернационала» и был закреплен в Кодексе законов о труде. В настоящее время массовые акции, демонстрации, митинги за социальную и трудовую справедливость проводят политические партии, профсоюзы, а для широких масс проводятся народные гуляния и концерты. Но сегодня, в непростое время, мы точно знаем, что сможем преодолеть любые трудности. От всей души желаем вам отличного настроения, крепкого здоровья, мира и добра.
что ж, нас сегодня поздравляют студенческий отряд с песней «Наденем же снова мы куртки зеленые». И завершаем наш эфир. Бойцы студенческого отряда исполняют песню. Наденем же снова мы куртки зеленые, вдохнем аромат целины и вспомним от жаркого пота соленые славные летние дни. И вспомним от жаркого пота соленые славные летние дни. Вспомним, как солнце встречали подъемами, как не хотелось вставать. Вспомним, как утром сквозь улицы сонные шли на работу опять. Вспомним, как утром сквозь улицы сонные шли на работу опять. Потом глаза заливало порою нам, вечером рук не поднять. Но то, что мы с вами сегодня построили, будет веками стоять. Но то, что мы с вами сегодня построили, будет веками стоять. Пусть говорят, что романтики вымерли, пусть говорят, что их нет. Но снова отряды дорогами пыльными уходят, чтоб встретить рассвет. Но снова отряды дорогами пыльными уходят, чтоб встретить рассвет. Наденем же снова мы куртки зеленые, вдохнем аромат целины и вспомним от жаркого пота соленые славные летние дни. И вспомним от жаркого пота соленые славные летние дни. Ну что ж, на этом, дорогие телезрители, мы завершаем наш праздничный эфир. Пусть всегда будет солнце, всегда будет светлый май, хорошего вам настроения, крепкого здоровья. Үле әйе күйек май бірағынығынан істің ісірәқтен әғарды болықтың күнде сақабы сірін ұлықты оқтыра үйерін көтің бүгінгі керек күні ұрыйду айқалы көрсін. Анығыз күй, көрсі қадері. До встречи!